бронзовой горки. Будем к тому потребовать какао, прашковый цукор, масло, кокос и округлые пешкоты. Заберем все пешкоты и дам на миксера. Смешаем масло с цукром. Когда нам примеша такая-то смесь, придам пешкоты. И гнетим си тесто. Придаме полную лужицу какао. А перегнетим это. С теста справим гульки. Обалим гульку в кокосе. Тото су кокосовые гульки. Thank you.